much money. Будущий президент. Папа спрашивает, куда ты взяла, как бы, билет? А, пойду. В конце нужно как-то. В конце пошли, Марин. Она еще со вкусом. Пошли, пошли. Здесь билетики нужны? Да, они у тебя? Да. А. Сейчас. Тут их по дороге угостили. Кого? Раз, два, на. На, пачка долларов.
Аня. Вот так. А теперь без маски. Повесь на место. Аня, подожди. Аня, отойди, пожалуйста. В обнимочку. С будущим президентом. Туалетов. Чего туалетов? Америки. Сюда руку положи. Не, долго, да? Все. Пойдем. Меня сфоткать забыли. Давай, бегом. Ань, давай без маски. Ты спряталась. Ты смотришь, что такой высокий, что ли? Он, наверное, не натуральный рост. Ты думаешь? А вон какой Трамп наверху. Там еще маска Трампа, вы видели? Давайте я одену, сфоткаюсь. Я заблудилась, Аненыш. Подожди, Аня. Колечки, зайчики, ободки. Иду. Да, я. Ближе морду сделай. Очки мешают. Класс. Пойдем. Your sister needs to break her nails. Overly hot, okay? All right. Thank you.
Слушай, а на Сень второй раз там не Нобис тоже? Не знаю, как там называется. Интересно, а перед Рождеством они уже будут елки продавать? Как я понимаю, они работают им на, ну, детские игрушки всякие и на эти, ну, под сезон. Да, они сейчас основную выручку делают. Устроили ажиотаж такой, хэллоуинский. Ну там прикольно внутри, есть что поснимать. Продаются тыквы. Тыквы, машина продается. И машину тоже вместе с тыквами? Приезжают такие вот люди. Фермеры?